Всем привет. Нет? Нет. Всем привет. Да. Всем доброе утро. Ой, Кузю разбудила. А у нас такое солнышко, что я просто не могу сидеть дома. Я поставила курочкам варить кашку и Кузьке на маленький огонек. И думаю, надо пойти походить, видео поснимать. Вы же переживаете за нас, правда? А потом все-таки хотела рассказать, почему я не снимала видео. Представляете, мне подружки перестали звонить. Они так хорошо устроились. Они просто замечательно все устроились. Они просто смотрят все мои видео. И тут вдруг начали одна за одной звонить и спрашивать: у тебя что-то случилось? Я говорю, в смысле? Ну, что-то мы давно не видели, ничего ты не выставляешь. Я говорю, ой, как интересненько. Оказывается, они просто сидят, смотрят мои видео, понимают, что у меня все хорошо, и никто мне не звонит. А я уже переживаю. Вы представляете? До чего все дошло? Это неправильно. Да, Кузя? Кузя снег ест. Надо пользоваться моментом. Потому что скоро растает. Мы же его не можем заготовить на все лето. Да, Кузь? Да. Вот стоит, хомячит снег. Вот. А у нас... Помните, я вам про Барбарис рассказывала? Ну, если кто-то смотрит мое видео и помнит, у нас вот этот Барбарис съедобный. И я думала, его там соберу, и буду вот прям такая вся деловая, и буду чего-то какой-то кормить, чтобы варить еду. Ну, короче, я не сильно парюсь. Ребят, зачем собирать, когда можно в любой момент подойти, сорвать и... использовать по назначению в плов или куда-то еще. Представляете, до чего лень доходит? Ну вот. Вот так вот. Такой. Кисленький. Хорошо. Всегда можно сорвать и съесть с кустика. Даже зимой. Кузя, куда пойдем? Еще не решил. Наверное, никуда, я так думаю. Угу. Надо подумать. А стоит ли вообще куда-то идти? Кусь, ты не выспался? Ничего не знаю. Ну, пойдем, походим, не сиди. Пошли, пошли. Не сидим. Идем. Кузя на меня смотрит. Прям вот взгляд сукаризный. Ты меня достала со своим телефоном. Что-то сегодня погода какая-то, лед на вертолеты какие-то летают. Кто-то куда-то полетел. Да, Кузя. Да. Так, а что у нас там девчонки делают? Еще охрана. Как вы тут, девчонки? Вон чехулька. Все у них хорошо. Да? Девчонки. Девчульки. Сейчас посмотрим, как там обстановочка. Ну чего? Ну как вы тут? Как вы тут? Рассказывайте. Да. Поголовье у меня, конечно, снизилось, но что делать? Новеньких я не покупаю. Да ты моя зоя. Да, рассказываешь мне про обстановочку. Молодец. Да. Да-да-да. Вот зернышко нашел. Да, курочку угостил. Молодец. Молодец, молодец. Да-да-да-да-да. Конечно. Ой, чефуля.
Да, Чифуль? Да. Ну, потерпите еще чуточку. Скоро выпускать вас буду. Да. Да. Эта курочка слетела с окошка, потому что Кузька подошел к окошку. Да. Мам, ну чего ты? Даже не смей их выпускать. Мне потом работа прибавится. Да, Кузь? Да. У курочек тоже все хорошо. Они, конечно, наглые. Они мне по 2 яйца в день стали давать. Иногда 2, иногда 1. Да? Вот такие у меня. Такой отряд у меня. Вот как сегодня тепло. Как сегодня тепло. Так, Кусь, ты куда убежал? Что это было? Что за звук? Снег, наверное, свалился. Да, Кусь? Что там за звук был? Ну-ка, давай посмотрим. Что за звук был такой интересный? Наверное, снег свалился. Точно, вон он съезжает. Снег. Так, вот давай не будем, а? Да это просто снег падает, Кусь. Все хорошо. Часть снега отъехала. Не надо, ты потом оттуда не вылезешь, Кузя. Давай не будем придумывать, Кусь. Кузенька, пойдем, зайка. Пойдем, вылезай, зайчонок. Зайчушка. Зайчушка моя, давай. Иди сюда. Что ж такое, разлетались-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот пошла работа. Пошла работа. Я за ним не успеваю. Кусь, чего туда побежал? Ой. Столько работы, столько работы. А мы сидим дома. Так. А, надо посмотреть с той стороны. Да там все нормально. Тоже снег, Кусь. Ты не поверишь, это тоже снег. Да, все нормальненько. А вот туда вообще пускать не буду. Ты там не хочешь жить. Что тебе там делать? Ой, какая красота. Можно уже по земле походить. С грязными лапами домой прийти. Да, маме счастье будет. Ну, там пол помыть. Поразвлекаться же надо, как? Да, Кусь? Да. Эти по дорожке. Так. Ну, что ты возмущен? Ну, чем ты возмущен-то? Да все хорошо. Не возмущайся. Не пыхти. Ой, ну какой деловой пошел. Ну ладно, пошел, пошел. А я дальше пойду. Да, Кусь. Ой. Ничего себе, как быстро снег уходит. Вот это да. Прям как быстро все. Вот. Ничего себе, время 9 часов и так тепло. Сегодня будет очень жарко. Значит, еще больше снега уйдет. Вот он, вот он. Надо все пометить. Сейчас мы все пометим. И спокойно спать пойдем. Да, Кусь? Ты моя зая. Иди сюда, быстро. Ой-ой-ой. Ой, ну чего же деловые собаки бывают? Это же прям кошмар какой. Ну да, ну да, ну да. Мимо пробежал. Так, сейчас посмотрим, как там соседи не балуются. Зевает, ходит. Тоже у меня работничек. Малыш, пошли дальше, никого там нету. Никто там не ходит. Все, кому надо, уже на работу уехали. Да, зай? Это нам с тобой делать нечего. Нет, ну делов-то много.
Тут у нас что? Ой, тут скоро все растает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, тут тоже скоро. Тут прям как все дружненько пошло растаивать. Таять. Да, вот это да. Вот это да. Вот. Кузьма, пошли дальше. Кузь, ты куда пропал? Кузя, я тебя потеряла, Кузь. Ну ладно, сейчас придет. Найдется. Так. Да. Интересно. Как резко. Да вот недавно снимала, прям было выше коленки снег. А теперь просто пощелкала. Иди сюда, Кузька. Иди ко мне скорее. Скорее не получится. Я в сугробах застрял. Ой, все еще и лапы проваливаются. Прям вообще некомфортно ходить. Ой. Идиот. Злая моя, идиот. С такой прям снег-то быстро тает. Так, это кто тут сел? Непонятно, кто ходил. Ну да. Понятно, кто ходил. У нас тут один только ходит. Вот он идет. Ну что? Ну что? Ну что скажешь? Все нормально у нас? Можно уже домой идти? Нет? Ну ладно, еще и дальше ждем. Туда тоже надо сходить? Давай. Обязательно. А как же там? Там не проверили. О, прям чистота и порядок. Хоть зайти можно. Дорожка растаяла. Кусь, ну там нет точно никого. Уж если какая-то кошечка была бы, она бы уже, наверное, убежала. Кузенька, пойдем дальше. Да, все хорошо, сынок. Пойдем. Пойдем, мое солнышко, пойдем дальше. Кузь, пошли, пошли уже домой. Меня, я уже за кашу переживаю. Хоть на маленький огонек поставила. А, ну тут отметить обязательно надо. Галочку поставить. Домой еще рано, не все еще обошли. Так, ну ладно, идем дальше, как скажешь. Тут как все быстро тает. Уходнички. Когда вот так вот гвозди вверх, и это прям так нельзя. Сейчас мы это дело вот сюда, наверное, в грядку положим. Опс! Чтобы были гвозди вниз. Ну чего? Да там вообще все хорошо, Кузь. Тут вообще все замечательно, да. Тут никто не ходит. Тут никого нету. И тут все хорошо. Ой, какое солнышко яркое. Вот. Ну вот, хошь не хошь, а мы погуляли. Кузь, ход твоих мыслей мне уже ясен. Ты уже идешь в тенек ложиться. А я все-таки хочу тебе предложить домой пойти. Кузя, ну там точно никого нету. Пошли, иди сюда. Ко мне. Пойдем. Мы там уже были. Да, да. У нас режим. Спать же надо. Пойдем. Пойдем. Да, обязательно поглажу. Пошли. Пошли. Если буду гладить, то тебя снимать не получится. Пошли. Да.
Давай за мной, быстро! Быстро, 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 быстро! Что-то еще надо понюхать. Ой. Видимо, кто-то там тоже ходил. А, снежка поесть еще. Ну да. Снежка поесть. Ну все, ребят, прогулка у нас получилась хорошая, солнечная. Да, Кузь? Добрая. Да, Кузенька? Так что вы не переживайте, у нас все хорошо. Всем мира, добра, любви, хорошего настроения. Кузя пошел на лавочку. Ну вот я так и знала, что этим кончится. Сейчас по-другому надо. Ой, не в ту сторону. Нет, и что-то лавка, что ли, маленькая стала. Кусь, я думаю, домой надо идти. Просто она жесткая. Ничего, я никуда не пойду. Неси меня, называется. Ну вот, пожалуйста. Обошел весь участок. Теперь можно дремануть на лавочке. Все, ребята, всем хорошего дня. Всем пока-пока. Я побежала, у меня каша. Я за кашу переживаю. Пока-пока.